Пикет за свободу интернета прошел в воскресенье в Ивановском гайд-парке возле памятника Фрунзе. По мнению собравшихся активистов, закон о запрете пиратства, который вступит в силу уже с 1 августа, первый шаг к тотальному контролю и цензуре в интернет-пространстве. Закон вводит авторские права на музыку, фильмы и даже книги, до сих пор свободно распространявшиеся по всемирной паутине, ограничивая доступ пользователей к бесплатному контенту. Такими темпами, уверены собравшиеся, под запрет может попасть любой сайт, неугодный правительству. Через постепенные запреты идет сужение доступа к интернету, доступа к свободному контенту. Сейчас предпринимают меры, чтобы ограничить доступ пользователей к интернету. Идет постепенное ограничение, и это постепенное ограничение мы можем посмотреть на примере Северной Кореи, где интернет якобы он доступен для пользователей, но доступен только политические агитки Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и, как ни странно, Майн Кампф Гитлера. То есть идет вот эта вот идеологизация, и мы можем проследить уже на примере тоталитарных стран, к чему вот может привести вот эти запреты.